Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वञ्चाकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामि नित्यानन्दे नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि शचारिणे निर्विशेषशून्यवादि कश्चिच्छद्दृशतरुणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं चरणं परमम् Okay. Мы сегодня начнем 11 главу Бхагавад-гиты. Как называется 11 глава? Вселенская форма. Вселенская форма. Кришна показывает вселенскую форму. А есть какие-нибудь вопросы касательно вчерашней нашей темы? Мы завершили вчера 10 главу. Что там было в конце? Как называется? Вибхути-йога, да? Вибхути-йога как переводится? Великолепие. Великолепие, да, достояние абсолюта. И Кришна говорит, что я среди мыслящих, да, мыслящих Ушана, или среди достигших совершенства я Капила, среди гор Меру. Да. Среди гор, он говорит, гора Меру, а среди неподвижных я Гималай. То есть Меру означает, Меру может двигаться. Так, дальше, среди птиц Гаруда. Среди зверей лев. Среди рыб акула. Среди водоемов океан. Океан водоемов. Среди светящихся светил, через эти светил солнце. Как вы думаете, для чего Кришна рассказывает все это? Ну, конечно, Кришна отвечает на вопросы, желания Арджуны. Каково желание Арджуны было? Чтобы помнить о Кришне. Да, как мне помнить тебя? Как мне помнить тебя? Как мне постоянно чувствовать тебя? Потому что ты уже сказал, и я это также чувствую, я хочу теперь видеть тебя повсюду. Потому что ты источник всего, вот, и также ты присутствуешь в своем творении. И более того, ты мой друг, который стоит передо мной. Скажи, пожалуйста, как я могу тебе постоянно помнить? И Кришна говорит, все перечислять не буду, но основные, самые главные. Потому что в конце он завершает, говорит, я пронизываю все прекрасное, которое ты видишь в этом мире, все привлекательное, всего лишь искра моего великолепия. Да? Всего лишь искра. Маленькая искра. Чего-то огромного есть маленькая искра. Вот то, что я перечислил, это вот маленькая искра. Вот, но на этом Арджуна не останавливается.
Он говорит, теперь скажи мне, вот эта анша, часть, с помощью которой ты пронизываешь, как ты входишь. Мне, пожалуйста, расскажи об этой анкше, вселенской форме, которая является частью тебя. Что мы можем извлечь из 11 главы, в чем суть? То, что он божественный, Кришна. Он показывает свое великолепие, что он показывает свою божественную форму, бесчисленное количество джин. Кем-то он доказывает то, что он, в него все входит. Как и сострадание, что ко всем остальным существам, да, ну, не таким чистым преданным, как Арджуна, чтобы какие-то вот скептики, если у них возникнут вопросы, чтобы Арджуна всех их разбить, увидев эту форму расы, ну, Кришна, вот, милости, он тоже Кришна это понимает, а раскрывает Арджуну для того, чтобы Арджуна мог всем остальным тоже это объяснить, не столько, да? Ну, можно добавить, потому что забыл. Со временем, как Шрила Прабхупада объясняет, могут появиться очень много мошенников, которые будут заявлять, что они боги. Что аватара Господа, или что он бог. В Индии сплошь и рядом можно таких богованов находить. Я не знаю, может быть, вы удивляетесь, но это такое возможно. Заявить, сказать, что вот он бог. Может, они владеют какими-то мистическими способностями, что-то могут творить. Ну, небольшие какие-то вещи делать. То, что не могут обычные люди. И также очень много обычных людей, человек называет их милостиво глупыми людьми, увидев какие-то небольшие фокусы, они склонны поклоняться, считать. И вот чтобы в будущем, если кто-то объявит себя Богом, то у нас есть критерий. Кришна Верховный лично Богу показал вселенскую форму. И может сказать, простите, пожалуйста, не могли бы продемонстрировать вселенскую форму, если бы Бог? Как вы думаете, он должен продемонстрировать? Ну, на это, конечно, они могут сказать. Ну, хорошо, давайте немножко поразмыслим. Скажут, хорошо, я могу продемонстрировать, но сперва ты должен, так же, как Арджуна, предаться мне. Что на это ответите? Скажи, нет, сначала покажи, а потом предамся. Он скажет, ну, ты знаешь, Кришна-то Арджуне показал после того, как он предался. Однажды Шрила Прабхупаде пришел такой человек, который объявил себя Богом. Вот. Шрила Прабхупада был очень. Обычно он всегда обрушивался, Шрила Прабхупада не проявлял терпения, когда кто-то заявлял, что он Бог, он тут же выводил на чистую воду людей. Но в этот момент Шрила Прабхупада очень спокойно сидел. И они разговаривали. И Шрила Прабхупада спросил, а вы знаете определение Бога? А вы знаете, как определяет Бога оксфордские слова, толковые слова? И тот человек вдруг такой неожиданный поворот. Интересно, что же про Бога, про меня говорится в оксфордском словаре, да? Может быть, он не читал, поэтому сказал нет. И что подсказал, он у меня на пол. Возьмите, откройте, почитайте. И тот пошел, встал, открыл и начал читать. И нашел определение, или там Бог в словаре объясняет. И там он говорит, читает, Бог это, ну, как сказать, тот, кто знает все, всеведущий,
и всемогущий. Ну, это определение было. И он прочитал, Шилпад сказал, вот видите, дается определение Бога, всезнающий и всемогущий, а вы не знаете, как для вас Бог сказал, говорится. А вы этого не знаете. Ушел, да? Ну, потом, я не знаю, там дальше беседа была. Вот так, начал, да, спокойно так. Вот, один момент, что 11 глава показывает вселенскую форму, что в будущем, если появятся такие личности, которые будут объявлять себя Богом, то мы можем сказать, вот критерий, вот Кришна — верховная личность Бога. Он рассказал Бхагавад-гиту. Вот. И он там также рассказал вселенскую форму. Также 11 глава Бхагавад-гиты, суть 11 главы, вот три цели, об этом говорит Баладева Видьябхушан. Первое – это показать, что абсолютная истина – личность, верховная личность и личностная форма превосходит все остальные проявления Бога. Из 11 главы мы можем это извлечь. Потому что какой-то момент, мы сегодня немножко обсудим этот момент. Личностная форма Бога. Самая высшая форма. Самая высшая форма поклонения. Второе. Второй вывод. Бхакти. Только бхакти, с помощью которого мы можем постичь верховную личность Бога. Процесс. Второй вывод из 11 главы. И третий вывод. Преданный никогда не терпит поражения. Преданный Господу никогда не терпит поражения. Как Кришна говорит, каунтея прабиджана гинаме бхакти пранащит, что его преданный никогда не погибнет. Потому что в вселенской форме Арджуна увидит, что уже Кришна все предрешил. Удивительное было. Вот три цели. Ну что, начинаем читать? Да. А у нас можно подключить? Я сегодня компьютер взял. Подключить громкоговоритель к моему. Можно. Да? Как это можно сделать? Камера. Или микрофон просто? Можно вот есть это. Да. Кто знает английский? Усилитель. А вы что? Кто знает английский? Есть. Никто не знает, да? Ну вот у меня есть на английском варианте сделанный порт. Ты же знаешь, да? Пурничандра Махараджа. Сделанное сопровождение с музыкальным. Такой. Это буквально 10 минут. Поставлю. Там овык же нужен. Просто на английском. Да. Просто на английском. Просто вы почувствуете настроение, а потом будем обсуждать. Подтянуть надо этот. Пусть. Чтобы почувствовать атмосферу, которая царила. Микрофон. Между Арджуной и Кришной. Это если не получится, у вас я никак не послушаю. Все получится. Первый отчет записал. Могли бы поближе чуть-чуть подсесть, потому что здесь шнурки. Шнур есть, да? Давайте шнур. Шнур есть, сейчас он принесет. В той форме, которую снова его очки забирают. Глаза. 3D. И снова Арджуна начинает лицезреть своего друга глазами любви. И вот здесь очень важный момент, мы сейчас будем обсуждать, но я еще раз хочу сказать, сейчас напомню, а потом еще придем к этому. Кришна подобна 100-долларовой банкноте, ну, пример. И в 100-долларовой банкноте внутри уже есть и 50, и 20, да? И остальные тоже есть. И вот только 100-долларовая банкнота может продемонстрировать, что есть в нем.
Но, допустим, 50 долларов не может показать, что в нем есть 100, потому что нету 100. Вот. И это показатель, что четырехрукая форма Нараяны Кришна покажет здесь. И также вселенскую форму, куда входят все полубоги и так далее. Это все вселенная такая. И туда входит также вечное время, которое является убийцей всех живых существ в этом мире. Все это есть в Кришне. Кришна стоит перед Арджуной и говорит, сейчас я тебе покажу. Вот очки дам тебе. Я источник всего. То, что он до этого говорил, да, в 10 главе говорил, «Агам сарвасе прабаво, матта сарвам прабат». Помните, вчера, позавчера мы с вами изучали. Из него все исходит, и он находится в каждом своем творении. И он здесь демонстрирует Арджуне. И вывод, абсолютно истинная личность и личностная форма является самой высшей формой поклонения. И второй вывод, как мы можем достичь эту, как мы можем приблизиться к Верховной Личности с помощью процесса бхакти. Соответственно, бхакти самый высший процесс, только с помощью бхакти. И мы с вами достаточно два дня обсуждали, что означает бхакти. Потому что Кришну невозможно вот, взять своими собственными усилиями постичь. Да. Бхакти означает шаванам киртанам. Мы в обществе преданных слушаем и повторяем. Хотя, может быть, не сразу мы можем понять, как это так удивительно. Но мы просто поклоняемся своими ушами, слушаем. И таким образом потихонечку Кришна, увидев наше настроение, может давать нам разум, да, сам он говорит. Дадами будхиёгам, дам разум. Вот такова вот связь между главами. Теперь сейчас погрузимся, будем читать. Понял вопрос, да? Да. Почему Арджуна хочет именно четырехрукую форму? Он хочет двурукую форму увидеть. Нет, четырехрукую он хотел увидеть, а потом уже двухрукую спустился. Сейчас мы дойдем до этого момента. Сейчас мы дойдем до этого момента. Вот Кришна говорит, ну, отвечаю сейчас на вопрос Оскара. Арджуна говорит, созерцая твою вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако мой ум охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога, о владыка, владык и пьют вселенной. О вселенская форма, о тысячи руки Господь, я хочу лицезреть тебя в твоем четырехруком образе с головой, увенчанной короной, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жажду увидеть тебя в этом облике. Далее Кришна говорит. Верховный, это 46-й. Потом Кришна говорит. Он уже не хочет видеть вселенскую форму, говорит, покажи лучше мне четырехрукую форму, которому как Богу поклоняются все. Так? Господь сказал, о Арджуна, с помощью своей внутренней энергии я был рад явить тебе эту великую вселенскую форму, в которой я нахожусь в материальном мире. Материальный мир. Вселенская форма – это материальный мир. Это не духовная форма, не чистая трансцендентная форма, скажем так. До тебя никто и никогда не видел эту предвечную форму, безграничную и ослепительно сияющую. Это означает, что те вселенские формы, которые показывал Кришна Яшоде, потом Дурьотхане, это другие отличаются. А здесь именно он показал Каларупу, ему, Арджуне. Дальше Кришна говорит, «О лучший из воинов рода Куру, никто и никогда прежде не видел этой формы, ибо эту мою форму
в которой я нахожусь в материальном мире, нельзя увидеть, изучая веды, совершая жертвоприношения, раздавая жертвопожертвования, накапливая благочестие или совершая суровую тапасию. 49 стих. «Мой устрашающий облик привел тебя в смятение и поверг в ужас. Довольно этого. Пусть все страхи снова покинут тебя, о мой преданный, и в уме твоем воцарится спокойствие. С миром созерцаю тот облик, который ты так жаждешь увидеть». Санджай сказал Дхритарашти, произнеся это, Верховная Личность Бога Кришна предстал перед Арджуной в образе четырехрукого Вишну, а затем снова явил свой двурукий облик, желая ободрить испуганного Арджуну. Каковы отношения Арджуны с Кришной? Какая раса? Сакья. Сакья. Что означает сакья? Друг. Дружеская. Поэтому Кришна показывает после вселенской формы четырехрукую форму, чтобы показать, доказать, что Кришна, друг Арджуны, Сакка, вот, который стоит перед ним, он Верховный Господь на самом деле. Вот. В нем находятся все эти формы, что он аватарий. Он показал четырехрукую форму на мгновение, а потом снова принял, отвечая на зов сердца Арджуны. Увидев, вот дальше говорится, увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О, Джанардана! Теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». Теперь понимаете, да не так-то легко понять Кришну. Очень сложно. И вот дальше Кришна говорит. Су-дар-даршам. Су-дур-даршам. Очень сложно. Идам-рупам. Увидеть эту форму. Смотрите, Кришна говорит. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня, который уже я стою сейчас перед тобой, в двурукой форме, да? В облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик. Даже полубоги не способны увидеть форму. Не способны это видеть. Они бывают сбиты в толку, потому что Кришна покрыт йога-майей всегда. Арджуна был, Брама тоже был сбит в толку, да? Посчитав. Пастушок какой-то бегает. Образ, который ты видишь сейчас своими трансцендентными глазами, вот трансцендентными, не божественными, а трансцендентными глазами. Не божественно означает глаза полубогов. Глазами полубогов он увидел вселенскую форму Арджуна, потому что ему немножко так очки дал, закрыл на время глаза любви. Вот. Глазами нельзя постичь, изучая веды, совершая тапасию, раздавая пожертвования или проводя обряды поклонения. Эти методы не подходят для того, чтобы постичь мою истинную природу. А что же подходит, чтобы увидеть его истинную природу? Он описывает в 54 стихе. Как его можно постичь? Это последний стих этой главы. Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в этом образе, который ты видишь, которую не видишь ты, можно лишь занимаясь безраздельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Бхактя тванан, твананья шакья агам ивам видхорджуна гятум драштум чататвейна правештум ча парантабаха. В одном из своих лекций, Шилупада говорит, что это самая суть Бхагавадгиты, этот стих. Одна из своих стихов, лекций. Важность. Какие-то вопросы? Сейчас что-то срастается, эта картина. Да? Вот вопрос такой, да? Угу. Когда вот он явил, я правильно, да, понимаю, что в этот момент Арджуна и увидел, что полубоги наблюдают
за Кришну. В 24 стихе там есть. Когда эту форму они видели. Вот эту вселенскую форму видели. И он в этот момент увидел, что и полубоги в момент смотрят на него. Увидели, когда он явил вселенскую форму. Ну вот Кришна, он сказал, вот посмотри на эту точку. Эта точка разрезала, как там, разверзлась, открылась, и он там все увидел. Так же, как мать Ишода увидела во рту Кришны Вселенную. А потом Кришна тут же раз закрыл все это, убрал. Они же колесницы. То есть это до начала битвы. Это за 2.5 часа Бхагавад-гита была рассказана. После этого Арджуна сказал, понял? Скажи мне, что делать. Хорошо, давай теперь, сейчас мы еще раз пройдемся по стихам, и в некоторых местах я остановлюсь. Да, у нас время позволяет еще? Да? Да. До 5, да? Да. Okay. Давайте сейчас посмотрим. Так, у всех есть Бхагавад-гита? У кого нет? У всех есть, да? Okay. Давайте так, чтобы все участвовали, по порядку будем читать. Нормально? Mm-hmm. Так, как будем читать? Нужно будет громко, с эмоциями. Особенно, когда вы... Как вы скажете. Да. Особенно, когда там будут эмоции испытывать. Арджуна, да? Так, как будем по очередности? Я начинаю вот так, да? А, вот так вот пойдет, смотрите. Я буду читать, потом Рамазан, потом Асифе, потом... Потом Сергей. Потом Сергей. Секунду. Вот так пойдет, а потом вот Матаджи оттуда. Вот так. Сергей. А потом возвращается к нему. Хорошо? Так, я начинаю. Арджуна Уача. Только будем перевод читать. Арджуна сказал... Сейчас, выслушав все, что ты так милостиво рассказал мне о своей сокровенной части духовного знания, о самой сокровенной части духовного знания, а Арджуна имеет в виду 10 главу, я избавился от всех иллюзий. Прошу прощения, 12 глава, да? 11. О, Лотосоки, услышав твой обстоятельный рассказ о появлении и исчезновение всех живых существ, я осознал твое непреходящее величие. Величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу тебя в твоем изначальном облике, я хочу посмотреть, каким ты вошел в космическое мироздание. Я хочу увидеть тот образ, о котором ты поведал мне. Если ты думаешь, что я способен созерцать твою вселенскую форму, о Господь, владыка мистических сил, то прошу, яви мне свой образ безграничной вселенской души. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, о сын Притхи, узри же мое великолепие в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм. О лучший из Бхара, увидь Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини Кумаров и остальных полубогов, множество неслыханных чудес, которых не видел никто до тебя, откроется твоему взору. О, Арджуна, в этом моем теле ты можешь увидеть все, что пожелаешь. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты захочешь увидеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все движущиеся и неподвижные собраны здесь. Но поскольку ты не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделю тебя божественным зрением. Узри же мое мистическое могущество. Вот здесь можно сделать паузу. Обратите внимание, Кришна говорит, но ты не способен сейчас увидеть ту форму, вселенскую форму. Почему? Потому что... Потому что они на земле находятся. Потому что он преданный. Потому что он преданный. А чтобы увидеть, нужно относиться на уровень. Немножко ниже. Нужно... на самом деле это не... Дав это зрение, Кришна не возвысил зрение Арджуны, не увеличил его способность. Видеть, а наоборот, понизил, чтобы показать второстепенную форму или третьестепенную форму Кришны. А Арджуна видел первостепенную. Изначально верховный Кришна. Как он есть, да? А? Как он есть. И вот чтобы теперь увидеть, чтобы Арджуна мог увидеть, он дал ему
3D очки. Немножко. Поэтому там говорится дивя означает глаза полубогов. Полубоги так видят. Да не видит Верховный Вечный Бог, невозможно увидеть. Только бхакти, если есть чистый бхакти, они могут. Окей, так, кто дальше? Давай. Санджая сказал, о царь, произнеся эти слова Верховных Господ, повелитель мистических сил, Верховная Личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму. Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зеров, бесчисленное множество глаз и удивительных видений. Господь, облаченный в небесные одежды и украшения, вздымал над собой разнообразное божественное орудие. Тело его было украшено небесными гирляндами и умощено божественными благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было дивным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Если бы на небе разом зашли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, Верховного Господа в его вселенской форме. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа всю необъятную вселенную, сосредоточенную в одной точке пространства и вместе с тем разделенную на многочисленные части. Вот интересный момент еще. Ага. В это же время Арджуна увидел в гигантской форме Господа безграничное пространство вселенной, сошедшие в одной точке пространства и вместе с тем разделенные на бесчисленные части. Как то можно объяснить его доступной форме? Что это означает? Можно логику понимать. Да. Такое. Да, смотрите дальше. Изумленные, потрясенные, с волосами стоящие дыбом, Арджуна благоговейно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы. Вот здесь можете дальше следить. А как проявляются разные вот эти расы, или вкусы, или чувства, настроения. И вот здесь уже изумленный, стоящий дыбом. Это какая раса, какое состояние? Страх. Проявление страха. Да, это уже проявление. Переходит страх. Теперь в экстаз тоже может быть. Да, такое неожиданное изумление, а потом переходящий в страх. Угу. Так, я считаю, да? Арджуна сказал, «О мой Господь, я вижу в Твоем теле всех полубогов и великое множество других живых существ. Я вижу Брама, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змей». «О Господь Вселенной, я вижу в Твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О вселенская форма! Поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. Твое ослепительное сияние подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету. Заливая собой все, оно мешает мне видеть тебя. И все же, куда я ни брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный короной, с пальцами и дисками в руках. Ты высшая цель познания. Тебе покоится вся Вселенная, неисчерпаемый и старейший. Ты хранитель вечной религии, личность Бога, таково мое мнение. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна – твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опаляя всю Вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О, Великий! Созерцая эту дивную и грозную форму, все миры приходят в смятение. Солны полубоков склоняются перед тобой и входят в тебя. Некоторые из них, напуганные происходящим, молятся тебе, сложив ладони. Солны у великих мудрецов и людей достиг совершенства, с возгласами «Да будет мир!» взывает к тебе, исполняя ведические гимны.
все воплощения Господа Шива, а также Адити, Ивасу, Садхи, Вишвадева, Оба Ашви, Маруты, Питы, Ганхару, Якшаса, Суры и достигшие совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении. Вот этот стих как раз говорится о том, что полубоги тоже созерцают эту форму. Не только Арджуна видел, также полубоги. Потому что полубоги могут видеть эту форму, вселенскую форму, или вератрупу, тогда как двурукую форму только могут видеть те, кто развили бесстыдность и преданность Господу. И Господь, будущий, увидев, соглашается открыть свою форму таким преданным. Окей, дальше. О, могучие руки, все планеты и обитающие на них полубоги пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму. Ее многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чрево и устрашающие зубы. И вслед за ними смятение охватило и меня. О, вездесущая Вишна, глядя на тебя, ослепляющая переливом красок и подпирающая головами небо, видя твои зевы и огромные полыхающие глаза, я дрожу от страха, не в силах сохранять спокойствие и невозмутимость. Это страх. Вот раса, да. Арджуна испытывает страх. Окей. Дальше. О Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной. При виде твоих ярко сияющих, смертоносных ликов и страшных зубов я прихожу в смятение. Куда бы я ни взглянул, разум мой мечется, не находя покоя. Я вижу, как все сыновья Тритараштры и принявшие их в сторону цари, Бишма, Дрона, Кария, а также все наши военачальники устремляются в твои страшные разверстые зевы, и как некоторые из них с размозженными головами застревают между твоими зубами. Слышно, Кришна, страшно. И здесь какая раса может появиться? Страх. Вибхацу. Это страх. Сейчас вот я найду это место. Как переводится слово? Вибхацу. Жесть. Отвращение. Ужас. Ужас. Вот ужас. 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 Смешанный. Не только страх, а это страх есть страх, да? А ужас это еще усиленно тысячекратно страх. С отвращением даже, ну уже. Вот. И здесь упоминается три великих воина. Бишма, Дрона, Карна. И Арджуна сомневался, может ли вообще одолеть. Поэтому он говорит, ну, учителя, как я могу поднимать руки. На самом деле они были очень великими воинами, махаратхами. Говорится, что если бы они сражались бы с Карной, если Кришна не помог бы, Арджуна очень невозможно было бы одолеть даже Карну, Арджуна. Потому что Арджуна был тоже, а Карна тоже был великим воином. И вот Арджуна видит, как эти три воина, конкретно видит личности, которые устремляются пасть их вселенской формы, и их головы застревают зубами вселенской формы. Крошатся. Страшно. Так, кто дальше читает? Подобные рекам, несущим свои воды к океану, эти великие воины исчезают в твоих товарищей. Я вижу, как подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в твои разверстые рты. Вот здесь интересно, два примера приводят. Обратите внимание, в двух стихах, которые мы только что прочитали. Первый пример – это реки, которые текут к океану. И второй пример – мотыльки. Мотыльки все знают, да? Угу. Видели ночью, которые лампочка включена, оставляется, и утром можно видеть, там столько лежат эти, мертвые уже. Даже ученые не могут объяснить, почему вот такие живые существа, они погибают. Летят на огонь и погибают. Не могут объяснить. Нету рационального объяснения. Самоубийством совершают, пока кончают жизнь. Смотрите, два примера. В чем различие между этими двумя примерами? Кто может? Просто подумайте немножко. То есть здесь и есть и осознанные и неосознанные души. Кто воевал осознанно, а кто неосознанно. То есть, ага. То есть если мотылек, он еще как-то более-менее, он еще как-то светлый.
А те, кто уже воевали с жестокостью, где-то вот они как в реке идут, как вот, в толпе. Неплохо предположение. Да. Хорошо. Угу. Еще короткое соображение. Река и мотыльки. Река течет, естественно, да, к океану. Естественно, течет. И у реки как бы нету даже свободной воли, да, как обычно. Он не может. Выбора нет. Он просто. Куда а тогда как здесь? А выбор есть. Выбор есть у этих летящих мотыльков, но они почему-то не пользуются этим выбором. Они могли в другое место полететь. Вот. Здесь есть свобода выбора, а здесь нет. Да. И вот здесь ачари говорят, что сравнивают дрону Бишму с реками, которые текут. Потому что они стали жертвой в каком смысле? Дхармой, как они сами говорили, да, обязаны защищать. И они приняли сторону. Вперед. Да. Поэтому они как реки, в любом случае они будут. Как океан. Вот. А здесь мотыльки сравниваются с Дурьотханой. Вот. Так ачарьи объясняют мотыльки. У них свобода есть, но они злоупотребляют свою свободу против Бога. Окей. Так, кто дальше? О, Вишну, я вижу, как ты повсюду поглощаешь людей, которые исчезают в твоих пылающих зывах. Своим ослепительным сиянием ты озаряешь всю вселенную, и твои грозные лучи опаляют ее. Бог богов, вводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты, смилуйся надо мной, припавшим к твоим стопам. Ты предвечный Господь, и я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир. Вот очень важный вопрос. Тут у него и страх, и отчаяние, непонятно. Страх, отчаяние, хочу я знать. Okay. Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель. Ты должен здесь прочитать с эмоциями. Я время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому. Верховный Господь сказал, я время, разрушитель, великий разрушитель миров. Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех, кроме вас, пандавов. Всем воинам из той другой стороны суждено погибнуть в предыдущем сражении. Один из аргументов Арджуны было, помните, 4 аргумента Арджуны было, да? В пользу того, чтобы не сражаться. В первой главе. Да. Какие 4 аргумента? Один из них это? Сострадание. Истребление рода и грех. Грех, он говорил, грех, убийство. И вот здесь что он видит? Он говорит, все погибнут, кроме вас, пандав. Все уже... Ну, он уже открыл даже. Да, он открыл. Секрет. Да? И так-то род уже исчезнет, типа. Да? То есть он Арджуна может понять здесь, что он не будет виновен, он не будет отвечать за последствия. Кришна скажет, просто стань инструментом в моих руках. Все уже мною предрешено. Я есть судьба, я есть время, вечное время. Всем воинам в этой и в другой стороны, суждено погибнуть в грядущем сражении. Он открывает ему будущее. Так, что? Так, дальше кто читает? Воспрянь же, Арджуна, приготовься к сражению и стяжай себе славу. Покори врага и насладись властью над цветущим царством. Все они уже приговорены мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь орудием в этой битве. Савьясачи означает тот, кто одновременно может владеть, стрелять обеими руками стрелой. Савьясачи значит опытный стрелок. И смотрите, интересно, на самом деле Кришна все делает, а славу получает Арджуна. Преданный. Да. Да, все Кришна. Слава. Кто кого помнит? Кто победил на поле битвы? Все скажут Арджуна. Да. И вот, вот комментарий здесь, вот самих стихах нет, вот комментарий только что мы слушали. Один из ачарий говорит, как бы невербальный диалог. Кришна говорит, я уже все сделал, Арджуна. Только стань инструментом в моих руках. При этом не гордись, что ты все это. Поэтому преданное настроение. Мы делаем, но силу откуда берем совершать эту деятельность? Что-то такое удивительное сделать. Все приходит по милости Кришны.
Даже мы, маленькие джинны, можем очень большое сделать. Что-то такое, стоящее сделать. Но все это приходит по милости Кришны. Кришна отвечает на наше желание что-то сделать для него. Он дает инструмент, он дает все необходимое. Если мы хотим, допустим, для него построить храм, откуда мы берем все эти инструменты? Откуда мы берем кирпичи? Все создает Кришна. Все организовывает, начиная с материалов и так далее. Разум, который, с помощью которого можно сконструировать. Таланты. Кришна сказал, все это я. Лишь искра. Лишь искра. Мы искра. Мы желаем, хотим, все это Кришна организовывает. Поэтому мы должны работать и не привязываться к плодам. Отдавать все Кришне. Вот. Окей, кто дальше? Дрона, Бишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже уничтожены мной. Поэтому срази их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одолеешь в битве всех своих врагов. Это тоже интересный момент. Здесь упоминают Джаядратху. Джаядратху. А кто такой Джаядратха? А? Джаядратха – это воин, который убьет, станет причиной того, что впоследствии убьют сына его, Абиманю. Потому что Джаядратха однажды попытался украсть Драупади, когда они были в лесу, жили пандавы. Вот. Потому что он, Джаядратха, как кшатри, он также присутствовал на своем варе Драупади. То есть у него был тоже глаз положен на Драупади. И вот однажды он как-то на своей колеснице проезжал и увидел Драупади в лесу. И рядом не было пандавов. И тогда он понял, приставал, шанс мой. Да, и он приставал, пытался ее посадить в колесницу. И вы там знаете, да, Драупади такую оплеюху, вот, что Джаядратха свалился, потому что он кшатрик. Вот. Но тем не менее, он схватил ее и пытался увести. Потом его догнали пандавы, и Бима из него чуть не сделал отбивную. Вот. Потом над ним хорошенько поиздевался. По-моему, его там постригли, что-то еще. Да. После этого Джаядратха, уязвленный, оскорбленный, вот, униженный, отправился в лес совершать аскезы и поклонялся Господу Шиве. С какой целью? Чтобы получить от Шивы благословение, чтобы убить пандавов. Всех пандавов убить. Ну, как бы вот, движимый местью. И вот Шива является, в конце концов, Джаядратхи. Джаядратха говорит, я совершал аскезы тебе, чтобы убить пандавов. И тогда Шива сказал, забудь об этом. Невозможно. Я такого благословения не могу дать. Потому что пандав никто не может убить. Ну, понятно. Кришна стоит за всем этим. Шива тоже понимает все эти дела. Тогда он сказал, ну хорошо, я могу тебе дать благословение. Ты можешь один раз остановить пандавов. Убить ты не можешь, но можешь остановить. И вот как раз Джаядратха воспользовался этим, когда Абхиманию сын Арджуны проник в формирование кауравов, который назывался чакра. Потому что чакра невозможно было разбить его снаружи. Нужно было проникнуть, а потом изнутри разрушать. И Абхиманию проник туда внутрь. Вот. Когда пандавы хотели прийти на его на помощь, соответственно, как раз в этот момент Джаядратха, воспользовавшись благословением Господа Шивы, он остановил пятерых пандавов. Он с ними сражался, не пустил их внутрь. И тогда внутри был убит. Потом Арджуна дал обет, когда Абхиманию был убит, на следующий день сказал, я на следующий день, до захода солнца, отсеку голову Джаядратхи. И как только эта весть распространилась и узнал Джаядратха, Джаядратха тут же прибежал к Дурьотхане и сказал, я собираю свои шмотки, зубные принадлежности, зубную щетку и возвращаюсь домой. Дурьотхан сказал, нет, это наш шанс. Сказал, мы завтра будем защищать все тебя только. И Арджуна не сможет тебя убить, соответственно, он покончит жизнь самоубийством. Потому что Арджуна сказал, я завтра до захода солнца должен убить. Если не убью, то я брошусь в огонь.
Вот, и знаем, битва была на следующий день невозможна, потому что Бхима, Бхишма, да, или уже другой бог к этому времени, по-моему, Бхишма, да, Бхишма был. Бхишма построил, Бхишма и Дрона вместе, они построили армию, строение, которое выглядело как стрела или как иголка, игла. И вот в ушке игла, вот ушко, да, там как раз поместили Джайадратху. И чтобы убить Джайадратху, Арджуна должен был вот пройти всю этот путь. И в этот день Арджуна сражался как никогда вместе с Кришной. Но тем не менее Джайадратха оставался на достаточно далеком расстоянии, чтобы добраться до него. И в этот момент там есть несколько версий. Простая версия, тоже хорошая версия. Кришна просто говорит, когда уже начал садиться солнце, и все расслабились. Сказали, что уже день закончился, Арджуна не смог выполнить свои обещания. Соответственно, он бросится в огонь, мы знаем, кшатрии, он держит свое слово. И начали расслабились, радоваться победе. В этот момент Кришна немножко приподнял солнце. А потом сказал, ну, стреляй теперь. Солнце еще вот светится. Другая версия. Кришна свою сударшану чакру запустил. И сударшана чакра покрыла небо, и солнце не стало видно. И все подумали, что все уже. Солнце село, наступил вечер, все, нужно, пора заканчивать битву. Вот. И тогда чакра тоже, тут же чакру немножко убрал, солнце засияло, и Арджуна отсек голову этому Джайадратхе. Вот. Окей, кто читает дальше? Санджая сказал Дхритараштру: «О царь, услышав слова Верховной Личности Бога, Арджуна, охваченный трепетом, молитвенно сложил ладони и стал снова и снова кланяться Господу. Он заговорил, и голос его дрожал от страха. Арджуна сказал: «О властелин чувств, при звуках твоего имени мир наполняется ликованием. Эти звуки привлекают тебе всех его обитателей. Те из них, кто достиг совершенства, в глубоком почтении склоняются перед тобой. И только демоны в ужасе разбегаются в разные стороны. Так и должно быть». «О величайший, затмевающий своим величием даже Брахман, ты изначальный творец. Как же им не падать ниц перед тобой, о безграничный, о бог богов, вместилище вселенной. Ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная материальному миру. Ты изначальный Господь, сильнейший из древних, последний предвидящий мироздание. Ты знаешь все, и ты все, что может быть объектом познания. Ты высочайший обитель, трансцендентная материальная гуна. О, безграничная форма, тобою пронизан весь проявленный мир. Ты и воздух, и верховный повелитель, ты огонь и вода, и луна. Ты Брахма, первый обитатель мира, и ты прародитель всего сущего. Поэтому я тысячу раз склоняюсь перед тобой снова и снова, и так без конца. Поклон тебе спереди, сзади и со всех сторон, о неукротимая сила, обладатель безграничной мощи. Ты вездесущ, и потому ты все. Дальше Арджуна говорит, здесь раскаяние. Потом дальше будет раса проявляться, можете следить за этим. Арджуна говорит, считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе. О Кришна, о Ядава, друг мой, не ведая о твоем величии, прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Вот безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или сидели за трапезой, иногда наедине, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу тебя, прости мне все эти вольности. Чуть-чуть подумайте, да, Кришна, Арджуна вспоминает эти детали, потому что он видит, что перед ним кто сейчас? Потому что очки ему дали другие. Бог, оказывается. А я тут с своим другом. И когда мы лежали на одной кровати, они лежали
на одной кровати, два раки. Так как они сложно было поместиться им на одной кровати, они же кшатрии, Арджуна у нее широкие плечи. Вот. Он лег на кровать, и своей грудью он занял больше половины кровати. И Кришна, чтобы рядом лечь спиной, ну, неудобно. Поэтому они легли валетом. Валет, да? Валет? То есть, значит, Арджуна лежит, и ногу положил на его грудь. На Кришне. И Кришна лежит, и тоже положил свои стопы на грудь Арджуны. Вот такие были друзья. И вот когда Нарада Муни пришел, и он был изумлен этой картиной, он зашел и увидел двух друзей. То есть Кришна, Верховная Личность Бога, и Арджуна. Они спят, и при этом стопа Арджуны прямо у носа. Вот, соответственно, Арджуна вспоминает эти детали, моменты, и говорит: «Боже мой! Что я наделал?» Отвращение, да? А? Отвращение? Нет, отвращение, это раскаяние. В Шримад-Бхагаватам тоже похожий стих есть. Арджуна тоже говорит, что я часто пренебрегал, шутил над тобой. Да, да. Вот здесь тоже говорит. Я не раз принижал тебя своими шутками. Иногда Кришна говорил о себе. Арджуна слушал так, ухмыляясь, а потом говорил: «О, мой друг, ты очень правдив». Кришна, Кришна. Вот это есть, называется йога-майя. Чтобы эти отношения сладостные были, йога-майя покрывает живое существо, и живое существо забывает, что перед ним Бог. А нас покрывает не йога-майя, а нас покрывает маха-майя. Мы тоже забываем, что есть Бог. Мы считаем, что мы Бог. Окей. Кто читает следующий? Ты отец. Ты отец всего материального мироздания, всех движущихся и неподвижных живых существ. Ты их предводитель, достойный поклонения и высший духовный учитель. Ни одно живое существо не может превзойти тебя или сравниться с тобой. Если во всех трех мирах кто-то более великий, чем ты, о безмерно могущественный Господь. Следите внимательно этот стих, громко. Ты Всевышний, которому должны поклоняться все. Поэтому я падаю ниц перед тобою и молю тебя о милости. Как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг неучтивость друга, а муж небрежность жены, так и ты прости мне, пожалуйста, все мои ошибки и оскорбления. Вот здесь какие расы? Отец — это какая раса? Родительская. Да, это вот родительская раса. Вацалья раса. Друг есть, вацалья раса. Даса. Та же матхурья раса есть, пример приводится, жена. Окей. Okay. Следующий стих. Созерцая твою вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако мой ум охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога. О, владыка владык, тот, в ком пребывает вся вселенная. О, вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я хочу лицезреть тебя в твоем четырехруком образе с головой, увенчанной короной с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жажду увидеть тебя в этом облике. Верховный Господь сказал. Да, тут редакции разные. Редакции. Да, да, да. Угу. Вот похоже, то, что я держу, это самая последняя редакция. Угу. Это, да, ну, вчера, да, тоже, когда читали, по-разному. Пятая, да? Да, похоже, пятая. Можно, да? Да. Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, я был рад явить тебе с помощью своей внутренней энергии эту великую вселенскую форму, в которой я нахожусь в материальном мире. До тебя никто и никогда не видел эту предвечную форму, безграничную и ослепительно сияющую». «О, лучший из воинов рода Куру, никто никогда прежде не видел этой формы, ибо эту мою форму, в которой я нахожусь в материальном мире, нельзя увидеть, изучая веды, совершая жертвоприношения, раздавая пожертвования, накапливая благочестие или совершая суровую тапасию».
Мой устрашающий облик повел тебе смятение и поверг ужас. Довольна этого? Пусть все страхи снова покинут тебя. О, мой преданный, и в уме твоем воцарится спокойствие. С миром созерцай тот облик, который ты так жаждешь увидеть. Санджая сказал Дхритараштре, произнеся это, Кришна, верховная личность Бога, предстал перед Арджуной в образе четырехрукого Вишну, а затем снова явил свой друг в руки облик, желая ободрить испуганного Арджуну. Вот здесь на санскрите саумья ваху. Это саумья означает очень прекрасный облик. Ваху означает тело. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О, Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, я окончательно пришел в себя». Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой и облик». И каком здесь облике Кришна имеет в виду? Двурукой, не вселенской. Чего он может знать? Образ, который ты видишь сейчас своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, изучая веды, совершая тапасию, раздавая пожертвования или проводя обряды поклонения. Эти методы не подходят для того, чтобы постичь мою истинную природу. Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в этом образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайны моего бытия. И последний стих. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, считая меня высшей целью своей жизни, и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно вернется ко мне. Маткарма Крин, Матпарамо, Матбхакта Санга Вардуштага, Мирвайра Сарвабхутешу, Я Самам Ити Пандава. Непременно вернется ко мне. И комментарий Шрилы Прабхупады объясняет, что означает маткарма, что означает деятельность, как мы должны действовать в этом мире. И Шрила Прабхупада приводит стих: «Анасактасья вишаян юктам вайрагьям учате». Любая наша деятельность должна быть связана с Кришной. Такую деятельность называют Кришна-карма, то есть карма-деятельность, посвященная Кришне. Мы можем выполнять самую разнообразную работу, но при этом не следует привязываться к плодам своего труда. Все, что мы делаем, нужно делать для Кришны. К примеру, бизнесмен может действовать в сознании Кришны, если будет заниматься своим бизнесом ради Кришны. Если хозяином этого предприятия является Кришна, то получать доходы от него тоже должен Кришна. Если на счету у бизнесмена много тысяч долларов, он при необходимости может все их отдать Кришне. Вот что значит трудиться для Кришны. Вместо того, чтобы возводить огромный особняк для собственного удовольствия, человек может построить красивый храм для Кришны. Вот это называется маткарма крин или Кришна карма. Вот. Далее второе объясняет матпарама. Что означает матпарама? Слово «матпарама» относится к человеку, для которого высшая цель жизни заключается в том, чтобы получить возможность общаться с Кришной в его высшей обители. Другими словами, любовь к Богу, высшая цель. Надо поставить ту цель. Вот. Какие-то вопросы?